Доброго времени суток, YouTube, уважаемая психологическая комьюнити. И сегодня я хотел бы вам показать методику Клипец. Еще иногда ее называют обучающий эксперимент. Замечательная методика, 100% работающая методика. Используем ее постоянно в своей работе. Она очень простая, эффективна и наглядна. Как правило, мы используем ее с какими-то пациентами, которые обладают сниженным уровнем интеллекта и, может быть, врожденным, приобретенным дефектом интеллектуальным. Приобретенным имеется в виду какие-то органические энцефалит, болезни Пика, Альцгеймера и так далее. Методика до ужаса простая и эффективна. Состоит она из 25 карточек, так вот они выглядят. Давайте я первую ее отложу. Собственно, методика получила название в честь первой карточки. Вот эта карточка, самая главная, самая основная, под цифрой 1, она называется Клипец. Инструкция к методике, это название ничего не значит, пациенту так и говорят, вот эта методика Клипец, эта карточка называется Клипец, запомните ее, пожалуйста. Два способа применения есть: открытый, когда перед пациентом эту карточку кладут, а есть способ закрытый, когда эта карточка убирается, закрывается и пациенту не показывается. Следующее. Предъявляется следующая карточка из 25. Давайте я вам покажу, вот как они все выглядят. Размеры этих карточек 6 на 8 сантиметров или 80 на 60 миллиметров. Они все однотипные, одинакового размера. 6 на 8. Такие прямоугольнички, внутри которых вписаны цветные фигуры. И, соответственно, внутри их еще какая-то цветная фигура. Соответственно, далее предлагается следующая карточка по инструкции, и сказать надо пациенту: скажите, пожалуйста, это клипец? Пациент должен ответить да или нет. Если он говорит да, нет, ему говорят нет, это не клипец. Следующая карточка под номером 3 предъявляется: это клипец? Он говорит да, клипец, нет, не клипец. Следующая карточка предъявляется, задается вопрос экспериментаторам: это клипец? И пациент говорит, предположим, да, это клипец. Экспериментатор подтверждает, да, это клипец. У пациента проясняется в глазах. Далее, это клипец? Пациент говорит, да, клипец. Экспериментатор поправляет его, нет, это не клипец. Далее, это клипец? Пациент говорит, нет, это не клипец. Верно, говорит экспериментатор, это не клипец. Это клипец? Да, говорит испытуемый, это клипец. Экспериментатор говорит, верно, это клипец. Одним словом, все карты раскрывать не буду, но смысл заключается в следующем. В этой колоде, ну будем говорить не карт, а карточек, существует несколько карточек, которые являются клипцами. Так же, как клипцем является самая первая основная карточка. Каков принцип отбора клипец, не клипец, подробнейшим образом описано в нашей инструкции. Методика применяется очень давно, очень эффективно в своей работе. Она позволяет действительно оценить, способен ли человек к обучению. Почему второе название методики, собственно, так и называется, обучающий эксперимент? Потому что он позволяет при определенных условиях человеку трансформировать свое мышление и найти правильный способ выполнения этого задания. Он один-единственный, еще раз повторюсь, открытое и закрытое предъявление, когда карточка лежит перед совсем интеллектуально сниженным больным пациентом. В этом случае рекомендуется применять открытый принцип. Карточка лежит, и человек, пациент, всегда может сравнить, клипец, не клипец. Необходимо вычленить, то есть работают все операции мыслительной деятельности, вы знаете, что их всего 5, да? То есть синтез, анализ, сравнение, обобщение, абстрагирование. Соответственно, мышление человека позволяет или не позволяет найти существенные признаки предмета, вычленить их из набора карточек. Какой тут основной признак? То есть, во-первых, это форма, размер, и второй это цвет. Соответственно, вычленив эти два признака, человек интеллектуально сохранный буквально на первом же выполнении, оценивая эти карточки, которые последовательно ему предъявляются, за первое предъявление нормальный человек оценивает и находит все карточки клипец, которых их тут несколько. Сколько, не буду говорить. Секрет фирмы. Ну, классический эксперимент. Если же у человека какие-то проблемы с этими
Основными основополагающими мыслительными процедурами, как анализ, синтез, сравнение, обобщение и абстрагирование. В этом случае он и через 2, и через 3, и через 4, и через 5 раз повторов, а карточки могут повторяться, и это рекомендуется делать, если человек с первого предъявления не справился с этим заданием, он не сможет эту методику пройти, выполнить. То есть найти существенный основополагающий признак предмета, определяющий понятие клипец. Удивительно эффективно работающая методика при всей своей детскости, какой-то элементарности, работает на 120%, на 1000% работает. На этом, пожалуй, все. И удачи вам!